Мы уже привыкли к таким комбинатам быта. Не надо бегать по разным мелким мастерским в поисках, где тебе раскроить платье, где починить ботинки, исправить бритву, отремонтировать телевизор или просто постричься. Один из таких домов быта открылся в городе Светлом Калининградской области. За последние 10 лет в городе Светлом ассортимент бытовых услуг значительно увеличился. Вместо 40 видов, как это было в начале 60-х годов, теперь их 270. Популярность Светловского дома быта не была бы столь велика, если бы его коллектив ориентировался только на цифры плана. Здесь вас встретят с улыбкой, внимательно отнесутся к вашему заказу или просьбе и выполнят все на совесть.